Добрый вечер, друзья. Все, кого давно не видел, кого не видел недавно. Спасибо, что слушаете. Это мой музыкальный дебют. Меня зовут Егор. Я живописец, реалист. Я буду ставить вам музыку. Не совсем как диджей, но просто как любитель, который слушает, когда рисует. Начнем. Друзья, это моя находка последних дней. Это 80-е годы, группа Ghostwriters, кассетный лейбл Мупсич. Thank you.
музыки. Library музыка — это в основном европейское явление, которое, как правило, это музыка, иллюстрирующая что-то, но что-то не конкретное. Собственно, это довольно интересно, что в живописи мы часто пользуемся музыкальными терминами, называем живопись музыкальной, что также может быть применено и к музыке, она бывает изобразительной. Играет Джованни Виноста, 85-й год. Особенные ребята, это Восточная Европа, 80-е, это художественная группа, они назывались «Лаборатория реставрации неизвестных ощущений». Thank you.
дорожка. Сонце красне над пушами. Сонце красне над пушами.
Друзья, пользуясь случаем, я бы очень хотел передать привет моей любимой маме, всем вам и отдельно школе 949. Друзья, кто узнал, рукоплещет, кто не узнал, я не виноват. Группа Гоблин.
совершенно потрясающая музыка. Это уэльская группа из 80-х годов. Plant Bach Opus. Говорит само за себя.
for money. You can play all the time, and you dream for bad girls, but nothing satisfies you, guy. So set your life on fire. Right.
says to me, my deeds are worthless. I am feckless and unsound of mind. Barren ground, yielding nothing to the hoe or plow. No fruit, no heavy hanging golden bough. Thank you.
друзья, я поставил два раза один и тот же трек. Это был чудесный композитор Себастьян Гандера, французский композитор начала 90-х. Выпускался в основном только на кассетах. Thank you.
друзья, спасибо, что слушали меня. Я думаю, я еще вернусь как музыкальный диджей. А напоследок первый электронщик финский Брюс Хак и очень опередивший свое время трек. Сори, он канадец. Thank you.
just imagine. Ovens for eyes. Numbers for names. I don't know.